Я рад, что соберутся действительно с Ченом и прилетит еще и Курен. Тогда можно будет попробовать Вира убить. Тинкер начинает сразу с рецептом на Солринг. Накопит на Солринг. Ну и у него саппорт гирокоптера. Взяли гирокоптер первым пиком, но в итоге Маус обманули. Добрали потом еще и Тинкера, добрали еще и Вира. С паком. Ну и в итоге гирокоптер уже просто места не осталось в драфте. Перемещается в саппорты. Гоняет здесь Трентов, Трент погибает. Ну и Блэк находит бомбы, харасит, получает Фантом Страйк. Поставили здесь уже Сентри Вард. Блэк 8 секунд, теперь кулдаун. Левенгармор есть, нападает на бомбы, бомбы. Винран, 3 секунды, 2 секунды, 1 секунда, надо уходить. Один удар остается, Блэк сейчас погибнет. Блэк отдается с Блад Хиро. Сентри Вар здесь поставили, то есть даже если была еще, был еще один Каз Шикучи, все равно здесь Блэка бы убили. Повел себя агрессивно, понадеялся на Левенгармор, но, как мы выясняем, Левенгармор первого уровня это не такое уж и большое преимущество. Не то чтобы прям-таки немало преимуществ, но когда двое героев в тебя настреливают автоатаками, Левенгармор пропадает очень быстро, там зарядов на первом уровне всего лишь 4. Так, нет, 7. Да, 7 зарядов статично, как я разогнался. Блэк, как ни в чем не бывало, возвращается обратно. Продолжает харасить Фира. И Тинкер спокойно здесь фармит, к нему приходит Фурион. Пошел смотреть, как сделал с отпулами. В принципе, уже трентами видит. Попытался забрать крипов, но забрать крипов пока не получается. Но Вира продолжает гонять. Разве стоит Сентри Вард? Сюда приходит Бидис. Смотрит на Вира. Блэк на пробу запускает жучка в Кентавра. Но Кентавра ты чуть было не настучал по голове. Давайте посмотрим, когда он меде. Фата. 10 лоскитов, 4 дена, я бутылку уже купил. Джей уже с бутылкой, 8 лоскитов. Стоит, вроде бы стабилизировался. Опять обходит Блэка. Просветки нет никакой. Здесь его замедляют. Поставили Кентару, и просветка уже не нужна. Прострелили пауэршотом, Блэк погибает во второй раз. И Джей вполне доволен таким результатом. Джиггернаут крутится на паке, пак. Приходится улетать, приходится тратить свой эскейп. Здесь бродит невидимый гирокоптер, но гирокоптер понимает, что он никому особо не поможет своей невидимости. Ну и с Блэком надо что-то придумать, надо его куда-то отправлять, надо менять какие-то лейны, но из-за того, что так набрали, из-за того, что очень много героев, которые любят фарм, которым нужен отдельный лейн, с этим проблемы. То есть даже никого в лес не отправить. Понятное дело, как только у Тинкера появится Boots of Travel, начнет фармить эншентов, можно будет его туда отправить. А пока Блэк стоит, аккуратно добивает крипов, теперь уже больше вести себя так агрессивно, скорее всего, не будет. 11 крипов у Блэка. Как видно, у Тинкера 19-18 пака, то есть в плане хитов все не так уж и плохо. Но Вир стоит понимать, что хоть он и первой позиции, но, тем не менее, не самый главный компонент игры, скажем так. Здесь все будет зависеть от того, как быстро у пака появится дагер, как быстро соберутся на драке, когда появится на Boots of Travel у Тинкера, когда у него появится сайт Вайс. Так, Вир убивает все-таки бомбы. Наконец-то убил. Вир четвертого. Ну, не, нападает Фир, сетка тролля, Левенгармор, Тест оф Фейт. Не прокнул Чена, Тест оф Фейт второго уровня. Могло прокнуть 200 пир дэмэджа. Возможно, Левенгармор помог. А Блэк уже прогоняет обратно. Прям ворует у Трента дабл дэмэдж. Успел быстрее добежать до руны. И бомба возвращается. Опять. Летят пучки, летят двойные атаки. Блэк по кулдауну. Джиминейт атак. Харасит. Либо бомба, либо Фира. Не забывая при этом добивать скрипов, понятное дело. Тинкер начинает пускать марш. Марш уже второго уровня, то есть на единичку вкачал ракеты. Вкачал лазер, давать блайнд. Вот как раз лазер будет очень неприятен Фиру, то есть Фиру придется
покупать быстро Блэкинг Бар, впрочем, оно в любом случае покупал бы. Так, здесь. В итоге убивает эту сам Фуриона. Не совсем понятно, как он здесь подвернулся, но получил лазер, получил ракеты. Видим, пришел Синдрен и просто дал ему лечит, замедлил. Фурион, похоже, что опрометчиво зашел за эту линию и позволил себя отсюда обойти. Демон возвращается обратно. Сам третий уровень, а сейчас скоро получит четвертый. Один раз погиб, можно было бы, конечно, переместиться в лес, но понимаешь, что тогда вышка начнет проседать. Что-то с этим надо будет делать. Блэк здесь потанкал крипов, в ответ пострелял в секси бамбу. Джей получил шестой уровень, получил мистэш, плюс и на единичку вкачивал, судя по всему, чтобы маны хватало на оба спелла. Но, как мы видим, маны в итоге все равно не хватает. Надо отпить бутылку, и потом уже можно будет куда-то приходить. Так, опять приходит к Блэку. Блэк побежал, сентрард поставили, сетку троллем подцепили. На максимум ренджа, пэршот дали. Отлично, прокет крит, тест оф фейт, но Блэк уже с Левингармором прожал стик, вот как раз за счет стика. За счет Левингармора и выживает, то есть там тайминг был невероятно вовремя. То есть тест оф фейт уже пошел. Лира, когда он получит хп от стика. Демон фармит эншентов. Собственно, поэтому он не уходит с ботлейна. Есть доступ к эншентам, почему бы этим не воспользоваться? Оригинал забирает руну, отпивает обратно ману. Вот можно куда-то полететь, что-то сделать. Полететь на ботлейн, но нужен еще какой-то саппорт. То есть здесь он прилетит к демону, они вдвоем не так и много сделают. Первым не слышишь всего лишь 3 прыжка. Если рядом будут крипы, то Джиггернаут килл найти даже не получится. Блэк, накопи себе на Power Threads, наконец. Давайте смотреть, как дела по нетворсу. Ну, как видно, Вир на четвертом месте, несмотря на все. То есть, несмотря на то, что два раза здесь убивали. Чуть не убили уже в третий раз. Фармит, и вроде все не так и плохо. На первом месте Тинкер. На втором. Phantom Assassin. Эфир купил себе Ring of Regen, потом, видимо, это все пойдет Владимир Солферинг. Покажем. Здесь идет Чен в смоке. Обходит Блэка. Блэка находит. Наступает кентавром. Наступил один раз. Центр рот поставили. Наступил второй раз. Прилетает Фир и прокует крит на 230. Юра здесь просто разорвал его на части. Тинкер начинает защищать стаки. Пошел Джей искать людей в лесу. Вот как раз сейчас найдет Трента. Может попробовать его убить. Находит паса. Пас принимается бежать, на нем крутится Джиггернаут, и пас, похоже, просто от Блэйд Фьюри погибнет. Да, действительно так и происходит. И теперь маны хватает еще и на Омни Слэш. Вот они, Boots of Trail. 8-я минута, Soul Ring, Boots of Trail. Отличный результат для Тинкера. У кое-как дела складываются замечательно, но проблемы теперь уже у Вивера, и проблемы... Ну, не то, чтобы проблемы были у Пака есть Power Trails 400. Но, тем не менее, Джиггернаут уже чувствует себя свободно, бегает. Сейчас, если еще кого-то умудрится подбить, приходит. Видит гирокоптера, пошел тратить свой мистэш. Гирокоптер отстреливается, ракеты, Тинкер уже успел улететь. Кругами сбегает Рент. Джей, надо возвращаться на мид, надо продолжать получать опыт, он здесь так никого не убьет, если так будет продолжаться. Побежал, похоже, на пролом искать гирокоптера. Прилетает Пак. Пак дает сайленс, не успел. Пытается прогнать Джея. Надо дождаться конца Дайфири. Дает. Спрятался от Омни Слэша, дал дримкойл. Прокатил арбом и добили. Отлично сыграл Фата. Теперь надо найти демона. Демон пытается улететь, не стали его преследовать. На арбе был кулдаун, и понятное дело, здесь уже надо расходиться. Однако здесь приходит саппорт, и смоки приходят. Приходит Чен со всей силой армии, прилетает Фурион, приходит еще и Бамбу, Синдрен все это дело видит. Шикл-шотом его не привязывают. Нет, как раз из-за того, что надежного дизейбла нет, приходится расходиться. Пас, надо улетать. Ну, уже поздновато улетать. Почему-то задумался и улетать не стал. Дали ракеты. Пас пока что живет. Пас спасает. Берис погибает в итоге, хоть здесь и был шикл-шот.
итоге Фата получает даблкил, убивает Эчена, убивает Виндранер. Джей здесь прогоняет уже Блэк. Блэк настреливает дабл двойными атаками. Джиминейт атак своей пассивкой. Джиггернаут уже без Омни Слэша. Здесь Трент дает лич сит в демона. Демона надо убивать, колоть этого веткой своей. Вир добивает Фуриона, а Джиггернаут в итоге все-таки убежал. У Джиггернаута фейсбук. Ну и в итоге у Джеймс эта драка совсем не удалась. Они очень много своих героев потеряли. То есть они потеряли двоих саппортов. Потеряли теперь еще и Фуриона. И перед этим убивали еще и Джиггернаута. Пытался подынать Таур здесь бамбы, но... Блэк перехватил инициативу и вышку забрал. Тинкер приходит к Фиру, запускает им марш. Фир, если набросится на Тинкера, он получит сразу же блайнд, поэтому даже не пытается проявлять агрессию, не тратит свою ману. У Фира есть Лайзер Софринг. Но, как мы видим по графикам, у Radiant больше 3000 уже к 4 приближается преимущество по золоту, и больше 2000 уже стало по опыту. Очень сильно разбогатели сейчас Маус. Отхил от Чена, но это не помогло Джиггернауту. К нему пришли, дали Сайленс. Дримкол не пожалели, добили. И Пак сейчас появится Даггер, вот как раз за ним теперь надо будет следить. Еще пристальнее. Блэк набегает на бамбу. Ливинг Армор заканчивается, бамба бежит сам Ведраном. Привязывает Вира. Надо темлапсом возвращаться, но из-за Ливинг Армор Блэк ведет себя смело и бамбу добивает. Говорят, овнуш, прилетает Фир. Таймлапс уже можно нажимать, но пока что Фир... Пока что Блэк просто бегает и джукает. Улетает фонтан. Пытается найти, ставит справа, дает вижн. А Блэк уже в фонтане. Пак несет себе даггер, наплевывает на Митаур. Не стал доводить его до дна РНЖа. Здесь, в принципе, как раз приходит Фир. Пак дает сайленс, как бы сейчас не погиб. Блин, даггер так и не успевает получить, в итоге погибает. Выпустил напоследок свой люзерер. У Тинкер 2000, сейчас свой блин купит. Пошел в сайдшоп. Покупает блин даггер. Теперь уже бояться никого не будет. Будет прилетать с бусов трейл на лейн, сразу же прыгать в кусты и запускать марш. Йоп, заганкать там будет сложно. Ну и потом сделать сайт-вайс, будет прыгивать с блинка, давать дизейбл, сразу перезаряжаться и продолжать. От этого Тинкера спасения не будет. Учитывая, что блинк будет еще и пак, а они вдвоем будут наводить ужас на всех. Блэк здесь убивает Фуриона. Блэк на киллинг спрей уже, несмотря на не самое лучшее начало, два раза убивали. Блэк уже... Ну, все еще на четвертом месте по нетворсу, но тем не менее реабилитируется. Медленно, наверное. Скоро получит уже второй таймлапс. Монокос наполовину срежется, 75 мана будет стоить. Ну и для Ира очень важен ранний опыт, собственно, поэтому Блэк и стоял соло. Хоть его там и убивали, но уже вкачал свою пассивку, вкачал Шикучи. Блин, долго думал, куда прилететь. Здесь Пак ходит, ищет жертву. На Джея летит ракета. Джей уже убежал очень далеко. Так, Блэк. Убивает бамбы. Ты куда ни посмотришь, убивает каждый раз в другом месте. Пока что здесь бьют Митаур. Приходит Джиггернаут, пытался подынать, но не получилось. Вышкам немного подняли армор, и поэтому очень часто команды не затаймивают динай. То есть, когда остается буквально всего ничего, буквально миллиметр хп, это значит, что два удара надо вышки теперь, а не один. Рошана пытается бить, Чен танкует. В принципе, Рошана убьют, учитывая, что есть Владимир. У Фира прокат криты, Фир хочет доделать барабан, уже хватает. Сейчас барабан появится. Пака даггер. Ходит невидимый. Полетает Тинкер. Дримкол, ракеты. Даже Дримкол ставить не пришлось. Хотя нет, поставился. Пак. Здесь стоит Тинкер, убивает Рошана. Тинкер упрыгнул, чуть в Рошпит не залетел. Был бы очень неловко, если бы случайно попал в Рошпит сейчас. Фир забирает Аегис.
Но, как видно, пространство по карте теряют раз за разом. Блэк здесь соло убивал людей. Вот, все еще крутится рядом с ним бамбы, но... Бамбы уже Блэк боится как огня. Чем пришел, поставил центр вард. Обходит Фира. Точнее, обходит Блэка. Как-то уже ближе к утру. Все начинает путаться. Фир влетает на Блэка. Блэк, понятное дело, шикуча и отходит. Заставит всех переместиться. Переместиться на ботлейн. То есть его Genius приходит. И вроде бы надо либо расходиться, либо начинать пушить. А пушить сейчас не самая лучшая идея. То есть здесь и Марша. И у Тинкера четвертая ракета, которую он будет спамить постоянно. И, понятное дело, пак с Блинкдаггером. Вот летать каждый раз инициировать. Ультимейт Фуриона собирается на вышку. Так, прилетает сюда пак. Рядом уже Блэк. Дали ракеты, бамбы надо добить, добивает. Шикошот здесь не сильно помог. Бежит Фир. Хочет догнать Тинкера. Пак влетел, дал сайленс. Чен сам себя прохилил. Пак вообще мало хп остается, пак погибает в итоге от теста фейта. Но здесь уже Блэк получает тоже криты. Очень вовремя успевает нажать таймлапс. Синдриан дает свой ультимейт. И Фира можно пытаться убивать. Пока что Фир пытается хоть что-то сделать, нарезает Синдриана. Синдриан дает сам себе Ленингару. Приходит Тинкер, дает марш. Летит ракета за Фиром. С этой стороны добивает. Добивает демона. И теперь надо добить еще и Фантом Ассасин. Идет погоня. Здесь ходит Джея. Нарезает Рента. Фир пока живет. Ультимейт получит ли? Не получает. Ультимейт отходит. Успевает убежать. Однако Джея, он уже без Омни Слэша, его гонит, поставил Киллингвард. Киллингвард убивает сразу Блэк и продолжает его атаковать. Фир сейчас придет на помощь, здесь еще и Виндраннер, как Блэк сейчас не убили, надо Ливингармор ему давать. Блэк, 2 секунды до таймлапса, таймлапс. Пока живет, решает не тратить таймлапс, очень зря, как бы сейчас его не поймали. Пошел улетать телепортом. Фуршотом чуть было не сбили, но там был Ленингармор, он уже отрегенерировал. Тинкер уже ультимейт Тор. Уже 8 сотен, то есть не хватает меньше 3000, 2700. Закупит себе сайт Вайс. И паку тогда уже можно чуть ли не догон собирать. Конечно, неплохо бы два шипстика иметь. Посмотрим, что Фат выберет. Бедис сходил, посмотрел на пак, подумал, ушел. Здесь демон фармит на свой шедоблейд. Бедис подумал, ушел от демона тоже. Находит наконец Вайлдинга, начинает его доминировать. Так, здесь влетает Фир, напугал Блэка. Блэк отстреливается в ответ. Блэк доделал себе барабан, купил себе Ring of Chaos. Прикольку начинает свой сплитпуш, так здесь завязывается драка, влетает Фир. Приходят саппорты. Рядом сидит Синдрен. Давайте посмотрим, где пак. Пак пока что на топ-лейне. Кто думает, куда дальше податься. В принципе, Маус неплохо бы начинать пушить, иначе они рискуют потерять свое преимущество, если так и будут стоять аккуратно. Джей просто улетает. Попытался что-то сделать и таким образом отдают доступ к топ-тауру. Фата постреливает, приходит Чен. Чен подынает сейчас таур. Пока что фортифай. Надо затаймить. Приходит еще и бабы. Пак не получилось. Вышку убить. Сам прыгает. Но приходит Блэк. Блэк видит Фира. И опоздает сразу же обратно. Прокует уже мисы. Фир уже третий уровень блюра. 30% мисов. Неприятно. Теперь же Джей находит Блэк, и Блэк забежал прямо-таки в гуще событий. Команда только-только начинает переходить речку. Плюс Андерен и Баклер. Домики достаточно долго. Думаю, прилететь не прилететь. Тинкер не стал рисковать. Действительно, ни к чему.
Блэк нашел Чена. Вылетает еще Фата, Сайленс дали, Дримкоил. А Чена ничего не остается. Чен пытался нафармить на быструю меку, но, как видно, быстрые меки здесь навряд ли. Навряд ли быстрая мека получится. Уже 20-я минута. Не хватает все еще. 7 сосен на меку. Ну, не 7, а 5. Чен 3 раза уже погиб. Но, тем не менее, фармит Фира. У Фира 2500. По графикам же 7500 есть у Radiant. И к 7500 приближается, в принципе, по опыту. То есть здесь себя чувствует весьма комфортно. Тинкер, давайте смотреть. 2600. Сейчас погибну здесь скрипы и уже хватает на Mystic Staff. Так, на Black нападает Stifling Dagger. Black моментально бегает, только чует какую-то опасность. В итоге Illo Genius становится заложниками своего лайнапа, что они взяли. Взяли такой пик, что прям-таки надежных станов у них никаких нет. То есть Ир себя чувствует невероятно свободно. Собственно, поэтому Блэк себя вел так храбро в ранней игре. Его немного осадили, но теперь снова ведет себя очень уверенно. Четвертый есть Link Armor, то есть Вир просто не боится. Скоро доделает еще и Линкин, и тогда уже точно ничем его будет не напугать. У Демна 1300, у Демна Shadowblade. Маус, пора скоро собираться на какие-то боевые действия. Видимо, хочет сперва с Эндерем доделать меку. Тинкеру неплохо бы доделать сайта Вайс. И Пак покупает все-таки догон. Не стал все-таки копить на второй шипсик. Решили, что Тинкер будет достаточно, учитывая, что будет перезаряжать его. Блэк начинает пушить мид. Гернат пришел и просто показал, что он здесь есть, и телепортируется. Не совсем уверен, зачем Джей так делает. Видимо, боялся, что кто-то окажется рядом с Блэком. Койко. Сайта Вайс купил. Улетает на базу. Так, здесь Фир находит пас, и пас напоследок ультимейт. Прилетает Тинкер. Тинкер даст сейчас блайнд и будет крутить свой шипсик. В принципе, и так урона хватило. А Фира ничего не остается. Блюр от лазеров не помогает. Блэк хочет добить все-таки вышку. Вышка. Очень много армора, поэтому ее добивает бамбу вместо Блэка. Блэк вроде бы не сильно расстроился, продолжает здесь фармить. Регенерат Свиндранер недостаточно, чтобы его напугать. Так, ну и где же мека? Меньше чем 100 золота осталось Синдрена. Добьет сейчас хардкэмп, и можно будет уже начинать какой-то пуш. Блэк хватает на ультимейт торп, но на рецепт надо еще немного пофармить, хочет собрать Линкин. Возможно, даже подождут, пока Линкин появится у него до начала каких-то пушей. Так, здесь Джиггернаут в поиске жертвы, находит паса, ультимейт. Пас понял, что дело нечисто, развернулся и просто бежает. Джей потерялся в лесу, никак не найти. Пока происходило, Пак опять убил Чена, давайте посмотрим, успел ли тот купить меку. Так и не купил меку. Все, возможно, рецепт в курьере. Давайте посмотрим. Нет, у Чена. Пока что 200-400 золота. 248. Вылетает Синдрен. Регенерат опять влетел. Пока что паузу не ставят. Здесь все заняты погоней. Гоняются за Фиром. Сайты Вайс дали. Настрелит Фир. Дали лазер. Койко доминейтинг. Good game well played, говорят EG, они не хотят ждать какие-то долгие паузы, ну действительно у нас здесь тоже уже 4 часа утра по Москве. Illo Genius просто сдаются. 19-7 счет, они понимают, что сейчас начнут медленные осады Маспорс, будут ждать Рошана, Рошан сейчас респавнится. Собственно, как раз Фир погиб и без меки, без Фира Рошан бы отдавали. Ну и в итоге быстрый второй матч. Ждали достаточно долго Блэка, но Блэк вернулся. Маус показали весьма сильную игру сегодня. Побеждает 2-0. Так, ну что ж, на сегодня у нас все. Завтра. Сейчас скажу расписание на завтра, что у нас будет. Завтра мы опять начнем в 8 по Москве. Опять будем смотреть в ночь. Будет три серии. Первый матч будет у нас в 8 по Москве. Это Virtus.pro против Fnatic. Второй матч в 11 часов это Alliance против Virtus.pro. И третий матч в 2 часа утра это Fnatic против Alliance.
Весьма интересная команда. Я думаю, любопытно будет посмотреть, кто кого там выиграет. Что там дальше будет происходить в группе. И ставки сможете сделать на dota2lounge.com. До завтра. До встречи.